Сейчас возьмете паспорт с собой и поедем мы с вами в отдел. Этот мужчина – недобросовестный отец. Его долг по алиментам превысил 30 тысяч рублей. Для выяснения обстоятельств судебные приставы забирают его в УВД. Если алименты не выплачиваются больше 2 месяцев, то за это могут и посадить. 10 суток либо обязательной работы. Наказание назначает суд. Чтобы заставить безответственных пап выполнять родительский долг, судебные приставы ежедневно выходят в рейды. После этих мероприятий, конечно же, наступает у них, образуются они, особенно после увеличения административной ответственности. Потому что если они не образуются после этого, то уже может наступить уголовная ответственность. Однако застать должников дома даже в вечернее время непросто. Зачастую они скрываются. В Нижнекамске около 2000 человек не выплачивают алименты. Среди них и те, чья задолженность превышает 1 000 000. Меры, которые могут принять в отношении отцов, весьма жесткие. Это ограничение на выезд за границу, лишение водительского удостоверения, а также арест имущества и банковских счетов. Судебные приставы уверили, в квартиры должников они постучатся вновь. Гульяне Хматуллина, Евгений Лозаев, новости НТР.